В жилом комплексе Томилино Парк построят второй детский сад и еще одну школу. Ход строительства социальных объектов проинспектировал Владимир Волков. Многоэтажки в этом микрорайоне заселяют одну за другой. Чтобы новоселам жилось комфортнее, застройщик уделяет особое внимание строительству социальных объектов. Уже осенью на территории ЖК «Томилино Парк» откроют детский сад на 360 мест. Инженерные коммуникации внутри здания уже провели, рабочие монтируют систему отопления и вентиляцию. Вот этого детского сада планировался изначально по контракту конец 2023 года, но застройщик вот только что доложил о том, что сроки будут сокращены. Мы просили, чтобы к 1 сентября этот объект был введен. И пока, на данный момент, темп строительства и график строительства соответствуют этим срокам. Уже в начале следующего года в микрорайоне откроют и школу на 900 мест. Фундамент здания готов, строители ведут монолитные работы. Это второй объект, вторая школа, которая строится в микрорайоне. Строительство его началось, в принципе, еще в начале, наверное, прошлого года, но в связи с событиями, да, которые у нас произошли в стране, серьезными, объект некоторое время велся с недостаточной скоростью. Сейчас мы его полностью запустили. Также в ЖК «Томилино Парк» построят поликлинику смешанного типа на 540 посещений в смену, физкультурно-оздоровительный комплекс, еще одну школу, два детских сада, здание отдела полиции и многоуровневой парковки. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.